Hello, мазфака. Let's go unboxing. Chupa Chups. Milky. Milky chocolate. Peppa. Свинка Peppa. Peppa Pig. Let's look. Вот так вот. Ой, вкусно. Сто лет не наш хат. На диете сижу. Сладкое вообще не ем. Мне интересно, как дети должны это открывать. Сука. Помню, в детстве тоже хотел смучиться. Батя, батю не сломить. Чупа-чупс. Пеппа. Пик Пеппа. Да. В наше время в 90-х игрушки были в киндер... Ну, это, конечно, не киндер-сюрприз, но стоит по стоимости практически как киндер-сюрприз. Чуть дешевле. В наше время, конечно, киндер-сюрпризы были охуенными. Это, видимо, такая вот типа конструктор Лего. Типа ты берешь... Такая Пеппа Пик. Ну или это не Пеппа. Что-то мне написали Джордж, возможно. Типа Джорджа. Да ёпта. Такая вообще очень дешевая игрушечка. Для яселек сойдет, мне бы даже такая уже в 7 лет не прокатила. Так, вставляться она не хочет, это типа подставки. Сука, давай. Более меня вставилась. Такая вот шняга. Это вот нормальная Пеппа. Да, ну конечно, я огорчен на самом деле, огорчен. Такая шняга, это реально для 3-5 лет. По качеству ничего особого нету. Bad качество. Bad quality.
Так. Ну и тут, да, если посмотреть, то видно, что все то же самое, в общем-то, и будет в других игрушках. То есть шняга лучше. Фуфел. Ну, шоколадка вкусная, но и без молочного. То есть киндер, он, ну, раньше, по крайней мере, был двухвкусовым с молочным, а сейчас вот просто. Ну, вкусный как бы шоколад, ничего не скажу. Но тут, я думаю, играет роль, что он тоненький. Когда ты обычную шоколадку, она толстая, и вкус по-другому воспринимается. The end, motherfucker.